В сериале Яли Чапкини есть такой человек, для которого каждый шаг – урок. Ял Кэпкини – один из любимых сериалов пятничных вечеров, в этом сезоне вызвал взрыв на Star TV. В результате того, что в предыдущие годы каналу не удавалось получить хорошие рейтинги, рейтинги сильно упали. Однако сериал Яли Капо в одно мгновение изменил ситуацию. Читин Тикендор, исполнитель главной роли в сериале, является примером для других коллег благодаря своему многолетнему опыту. Гульчин Сентерчиоглу, который работал с Читином Тикендором 12 лет назад в сериале «Берка Ксевдим», отметил, что это было особенное чувство вновь оказаться на одной съемочной площадке с мастером-актером спустя годы. Читин Тикендор родился в 1945 году в Севасе и с 1970-х годов стал одним из самых значимых имен в турецком кино и телеиндустрии, завоевав восхищение миллионов. Читин Тикендор, сыгравший персонажа Халиса Кархана в сериале «Ялцапкн» и подавший пример всем своим коллегам по команде, вернулся на съемочную площадку после перерыва, длившегося ровно 4 года. Встреча на одной съемочной площадке с Тикендором, который также очаровал зрителей своей актерской игрой, стала источником большой радости для Гульчина Сентерчиоглу, которого мы наблюдали в образе Ифаката. Очень волнительно снова быть вместе с Читином Аби. Читин Аби – это легенда. Вы учитесь на каждом его шаге. Перед камерой, за камерой, весь язык тела и то, как он смотрит на актерскую игру, как он живет. Когда на съемочной площадке есть такой платан, а также еще один платан, как сестра шерифа Сизера, не только я, но и вся команда невероятно счастлива. Гульчин Сентерчиоглу отметил, что у Афры Сарычоглу и Мирта Рамазана Демира, исполнителей главных ролей в сериале «Ялы Чапкины», очень хорошая гармония и объяснил, что на съемочной площадке все в порядке, они очень милые, они очень хорошо подходят друг другу, была очень хорошая химия. Они очень хорошо вживаются в роли. Они много добавляют от себя, они очень хорошо играют. У нас нет никаких проблем.